Всем здорова, дорогие друзья, с вами Газов Лейзин, и сегодня, ребята, мы зашли в игру GTA 5, чтобы раскрыть одну маленькую легенду, что будет, если позвонить на дьявольский номер Бравл Старса. Да, друзья, вы не ослышались, сегодня мы будем звонить злому бравлеру из игры Бравл Старс, и, естественно, отправимся к нему домой, чтобы выяснить, существует ли он в мире GTA 5, ребята. Ну и за такой видосик вы должны поставить лайк, подписаться на мой канал, и, естественно, ребята, не забываем про колокольчик. Но тот, кто поставит лайк и подпишется на канал за 3 секунды, получит любого персонажа из игры Бравл Старса. Вот сейчас же ставь лайк и подписывайся на канал. 1, 2, 2.5, 3. Твой уже бравлер будет ждать тебе завтра, братан, в твоем телефоне, если ты играешь в Бравл Старс. Я тебе желаю приятного просмотра, а мы погнали! Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что таких, как ты, 66%, и это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее остановить. Так что давай, поиграем с тобой маленькую игру, условия очень просты, и я надеюсь, то, что ты их сможешь выполнить. Смотри, если у тебя кнопка подписаться горит красным цветом, то это неправильно. Быстрее тыкай на нее, чтобы она стала серой. Также, пожалуйста, поставь лайк и напиши абсолютно любой комментарий, так ты станешь самым крутым на планете. Так что, друг, я верю именно в тебя и надеюсь, то, что ты подпишешься на мой канал, поставишь сейчас же лайк и напишешь абсолютно любой комментарий. Давай, друг, я верю именно в тебя. Ну что, ребята, я уже, в принципе, с Тревором дождался 3 часов ночи, и мы уже готовы с вами звонить, ребята. Фух, господи, честно, я еле-еле, ребята, отрыл этот номер, так что поставьте, пожалуйста, лайк за мои старания. Номер, кстати, очень простой, я, удивился, вот, честно говоря. Он у нас... Ой, ё-моё, ты чё звонишь так? Он у нас очень-очень простой. Это 3 пятёрки, 0 и 13, ребята. На конце число 13, и, честно, меня это немножко пугает, потому что число 13 это не очень-то счастливое число. Короче, ребята, набираем и... Так, ну-ка... Так, гудки идут, так что мы дозвонились вроде. Ну-ка, что тут? Так, пок... Что это такое? Ребята! Так, давайте лучше положим так все. Так, а время у нас остановилось? Ну-ка. 3 часа ночи, так, все. Времени идет, ребята, реально времени идет, и, кажись, у нас получилось. Ребята, музыка была вот точности, я вот помню, я играл в Бравл Старс, и точно такая же музыка там играла, только она там немножко перебивалась как-то шумами или что-то такое, ну, очень немножко крипово даже это звучало. Ну, короче, ребята, вроде как, ну-ка, точно время остановилось, ну-ка, реально время, ребята, остановилось, короче. Так, ну-ка, может, на карте что-то есть? Так, на карте, ну-ка, так, тут ничего нету, тут, так, ну-ка, может, вверху что-то... Так, у меня карта немножко подлагала. Так, ребята, посмотрите, у нас метки какие-то появились. Так, и, так, нам, получается, надо сюда. Давайте в центр, наверное, поставим чекпоинт, так, и все. Все, вот так вот скрываем, и, ребята, у нас что-то реально произошло. Ребята, за такое надо лайкусик точно влепить. Короче, ребята, мы сейчас отправляемся, получается, туда, к, не знаю, даже куда-то на локацию какую-то, я, честно, еще не знаю. Значит, мы взяли с вами гелик, потому что мне кажется, то, что гелик везде проходимый вообще, и, в принципе, если будет там внедорожье какое-то, то мы обязательно там, ребята, проедем. Ну, и также, ребята, пишите вообще в комментариях, нравится ли вам подобный вообще контент, и снимать мне больше таких видосиков. Плюсик, если да, а минус, если нет, и вам это не нравится. Ну, честно, мне очень сильно интересно вообще посмотреть, что там будет, потому что, честно, я такой реально первый раз вижу, и... Вообще, откуда взялась музыка Бравл Старса в GTA 5, ребята? Это просто жесть. Кстати, ребята, пишите вообще в комментариях, играете ли вы в игрушку Бравл Старс, и какого вы, какой вообще ваш любимый персонаж из этой игры. Вот лично я, ну, немножко играю в Бравл Старс, да, иногда там захожу, когда есть свободное время, и мой, наверное, любимый персонаж, это все же Роза, и, скорее всего, даже, не знаю, даже...
Блин, вроде как роза, ну и скорее всего, может быть, пусть будет это Шелли. Да, прикольненькие такие два персонажа. И, ребята, пишите ваших любимых персонажей в комментариях. И также, ребята, не забываем писать, а вообще играете ли вы в игру Бравл Старс. Так, пока что, честно, я вот еду по шоссе и особо-то ничего такого странного не вижу. Так, ну, так, тут тюрьма, ну, в принципе, особо-то пока что обычная GTA 5, в принципе, ничем не примечательно. И, так, ну, в принципе, нам еще 3 километра осталось ехать. И давайте, ребята, как я уже подъеду к этому месту, я начну запись. Так, ребята, начался дождь, и нам, я вот не пойму, куда ехать, потому что у меня сбился как-то GPS, и получается, вроде как нам надо ехать сюда и поворачивать уже сейчас налево в город Сэнди Шорс. А это... а это еще что такое? Так, это у нас... Так, тут нам... Блин, нам надо налево, серьезно? Так, ладно, окей, значит, едем... Блин, а что тут произошло-то? Почему тут так много военных вообще, в принципе, полиции? Ладно, окей, нам, в принципе, сбили сейчас еще раз маршруты, и нам надо как-то... хотя вроде как даже не, мы вроде как сокращаем даже немножко, и я пока что, блин, вообще ничего не видно. Дождь, блин, этот пошел еще. Капец, просто очень сложно еще ориентироваться как-то по дороге, потому что я особо-то ничего не вижу. 3 часа ночи, также, ребят, у нас все же показывает, да, 3 часа ночи ровно, и еще поезда высели. Серьезно, чё так все нас медлит? Так, ладно, мы, в принципе, уже у цели, так, нам надо как-то попасть сейчас на дорогу. Ладно, немножко мы тут сократим, все же у нас еще гелик, ребята, это реально очень крутая тачка, и, наверное, все же вырубим фары, пока что они нам не нужны. В принципе, мы нормально так все видим без них, и, так, мы подъезжаем и видим какой-то лес. Окей, допустим, лес, окей, хорошо, лес так лес, так, в принципе... Хотя я его раньше видел, там что-то... А, там что-то строится! Слушайте, реально что-то строится. Хотя я вроде как тут... Я же тут не катался еще ни разу, ребят. Так, ладно, окей. Так, мы подъезжаем, значит, тут какой-то то ли город, то ли что пытались построить. Так, тут, значит, как-то все так облезло. Так, ладно, окей, давайте... о, я вижу тут дорогу, значит, что-то тут написано. Так, это у нас какой-то аэропорт. Так, ну-ка, заезжаем и... Ага, тупик. Я понял вас, тупик такой, тупик. Так, ладно, давайте, может, посмотрим вообще какой-нибудь другой, может, вход тут есть, я не знаю. Потому что все же, ну, должен быть, так как-то, не? Так, ну-ка, вот, тут какой-то въезд у нас, так, и он у нас, вроде как, тоже не туда ведет. Так, ну-ка, тут, не, реально, как будто заброшка, ребята. Так, ну-ка, слушайте, мне кажется, я сейчас заблужусь, и лучше, лучше как-то сдать назад, и вот так вот, оп! Да, водитель я, конечно, суперский, ребята, просто жесть. Так, ладно, в принципе, вообще, куда нам надо заехать? Так, ну-ка, может, там? Я, может, как-то пропустил поворот, я не знаю. Ну-ка, посмотрим. Реально, вот, смотри, тут вроде как въезд. И, так, ну-ка, заезжаем. Так, тут дерево, мы его так проезжаем. И, так, тут уже деревья. И нам, кажется, надо тут гелик уже оставлять. Так, ладно, Тревор, выходи. Блин, дождь, вот, конечно, испоганил нам полностью серию. Ладно, окей. Так, тут у нас баги стоят, значит, кто-то тут живет. Так, у нас тут... Кстати, давайте посмотрим, может, ну-ка, в трейлере что-то есть. Так, трейлер что-то... ага, окей. Так, ладно, свет тут горит, значит... да, ребята, это, кажись, реально заброшка, потому что я тут все вижу зарослями, прям заросло. Так, и... Это что? Кто это такой? А, стоп, кто это вообще такой? Ну-ка. Ребята, это же Кольт. Стоп. Кольт, ты жив? Алло, ребята, это Кольт, и он мертвый. Так, почему? Так, вроде как, смотрите, он нормальной расцветки, значит, это какой-то, это нормальный бравлер, это обычный, значит, какой-то есть такой, который отделяется. Так, ну-ка. Блин, ребята, а почему я не знал об этом месте? Господи, тут так все заросло, офигеть. Так, ладно, давайте дальше пройдем. Ну-ка, может, тут что-то есть. Может, давайте наверх как-то заберемся, посмотрим, что там есть. Так, ну-ка, опа, давай, Тревор. Так, ну, слушайте, ну, тут реально все заросло, и мы дальше, кажется, не можем подняться почему-то. Так, ладно, окей. Ну-ка, может, тут что-то есть. Так, тут кран всякий. Ё-моё, ребят, контейнеры какие-то. Ну-ка, может, тут что-то есть. Может, тут все же что-то есть. Так, ну-ка. Короче, ребят, я тут прошелся, и это просто жесть. Мы нашли какого-то Кольта убитого, и, в принципе, ничего. Тут это заброшка, ну, как я вообще не мог вообще догадаться то, что тут что-то строится. Так, ладно, тут какие-то контейнеры у нас есть. Ну, а может, у них что-то есть? Так, ну так. А, боже, что это такое? Кто по нам стреляет? Да, тихо, ребята. Это кто? Так, кто по нам стреляет? Кто по нам только что стрелял? Я никого, ребята, не вижу. Так, стоп.
Ребята, может, призраки какие-то? Ну-ка. Э, кто это? Так, ребят, давайте быстро гудмод себе выдадим, потому что, блин, реально страшно. Так, стоп, там кто-то бежит, там кто-то бежит. Тихо, кто это? Кто это такая? Или кто это вообще такой? Так, ну-ка, ребят, давайте посмотрим, посмотрим. Так, боже. Тихо, это какая? Это Шелли. Это Шелли какая-то. Господи, вы это видели, ребята? Это Шелли, она белая какая-то или черная? Что с ней вообще такое? Так, так, она умерла. А из-за чего? Так, ну-ка, может, тут... Это Шелли, ребята, она черная. Это какая-то проклятая, ребята, Шелли, быстрее. Тихо, тихо, мы ее вроде убили. Еще вроде, да, еще Шелли, господи, ребята, тихо. Это какие-то бравлеры, ребята, проклятые. Это бравлеры проклятые, по-любому. Так, ну-ка. Господи, что с ней, она черная, то белая, что с ними? Так, там еще лежит, там лежат бравлеры, че? Ребята, что с ними? Они же вроде фиолетовые все время, нет? Ребята, что это такое? Что с ними такое? Почему они какие-то черные, белые, оранжевые? Что с ними? Копы еще приезжают, вы серьезно? Что? Так, ребята, это что-то тут полностью неладное, мне кажется. Это точно что-то тут неладное происходит. Так, ладно, давайте будем уезжать уже от копов и как-то, не знаю, пытаться оторваться. В общем, ребята, оторвались мы уже от копов. В принципе, с Тревором мы рады, то, что мы все же смогли зайти в хоть какое-то здание, ребята. Мы смогли забраться на крышу и оторваться. Короче, ребята, это просто тут что-то, не знаю, что-то нереальное творится. Короче, ребята, я вас попрошу поставить лайк, подписаться на мой канал за эту жесткую просто серию. И, ребята, все, на этом мы будем заканчивать. Твою мать. Кто это? Нее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 ee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